Мои заты, всем приветики. И сегодня я хочу вам очень сказать важное дело. Мне очень надоели мои хейтеры. Меня хейтят. За что? За что меня хейтят? Я устал уже от хейта. Пожалуйста, ну что вам не нравится? Почему вы мне пишете, что я не то девочка, не то мальчик? Ну где я? Против разврата, против ЛГБТ-движения, против гиперсексуальности, против всего этого. Я никогда, у меня ни в едином клипе не было ни секса, ничего у меня не было. У меня не было ни разврата, ни ЛГБТ. Вообще ничего, я против этого. Ну за что вы меня хейтите? За что вы меня хейтите? За что? Огромное всем спасибо всем, кто меня поддерживает и пишет мне хороший комментарий. Но даже на видео, на котором я сказал, то что мне было очень тяжело, когда я друга потерял, потому что мне это действительно было тяжело. Да. Я, конечно, там не с ума сходил. Но мне было очень тяжело. И знаете, мне до сих пор тяжело. Я стараюсь только ради моих фанатов. Все. Мне на остальных чихать я хотел. Вот так вот. Ну, только для фанатов своих делаю свой контент. И мои заты, пожалуйста, скажите, где у меня хоть немножечко разврата? Я не вижу. Я не вижу своих видео разврата. У меня нету никакого разврата. Зачем вы меня хотите? Зачем? Зачем? Что я вам сделал? Плохо, мои заты. Ну что я вам сделал? Я старался никогда разврат не делал. Ни ЛГБТ, ничего. Даже то видео, которое в Нильчику было, оно было только потому, что... Оно было для того, чтобы вам поднять настроение. Все. Я думаю только о том, чтобы вам поднять настроение. Все, больше ничего. Я делаю все видео только для поднятия вашего настроения. Там нет ни разврат, ни ЛГБТ. Там только смешное есть. Все. Там можно оборжаться, да, в некоторых видео. Но, господи. Там нет разврата. Ну, нету. Я мальчик. Я как был мальчиком, так и останусь мальчиком. Я не девочка. Мне нафиг это не надо. Я не знаю.